Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие! Очень рада, что мы снова вместе. У меня сразу большая просьба. Не идеализируйте меня. Потому что каждый из нас выполняет свою определенную задачу. Только ему предназначенную. Вот то, что вы делаете сейчас, то, что вы, как вы идете, даже совершая негативные свои поступки, это предназначено только вам. Это вот вам доверие Вселенной. Поэтому каждый из нас проходит свои уроки, свои выбранные им заранее, перед тем, как он воплощался, пути и дороги, испытания. И душа каждого из нас имеет свои земные задачи. Поэтому, пожалуйста, не идеализируйте меня. Вы вполне самодостаточны сами и вполне можете осознавать свое коллективное единство как данность. Поэтому мы естественным образом собираемся в этом зале и вместе естественным образом осваиваем новые знания или вспоминаем себя. Чтобы вы глубже услышали меня, глубже осознали то, о чем я вам сейчас говорю, а я говорю с огромной долей юмора, поверьте. Я предлагаю вам прослушать сегодняшнее. Я предлагаю вам прослушать, что нам говорят высокие разумы. Приступаем. Приветствуем всех слушателей. Сегодня челленинг передают высшие разумы системы Альциона. Мы вас приветствуем. Мы передаем информацию о том, как будет меняться пространство в течение ближайших 15-20 дней на вашей планете. У людей собирается энергия чуть выше головы, которая является образованием, которая является энергетическим образованием. Здесь вы будете ощущать, как будто бы давление идет на макушку вашей головы. Вы начнете принимать информацию. Мы говорим о практически всех представителей вашей цивилизации. Принятие этой информации направлено на изменение и трансформацию вашего ощущения самого себя. Это означает, что каждый человек начнет ощущать самого себя иначе. Это очень важно, особенно в моменты трансформации политических, государственных систем на вашей планете. Когда человек начнет чувствовать себя свободнее и не принадлежащим, как ранее, в такой мере системам, к которым он обычно себя относит. То есть, если человек считает себя членом какой-то организации, принадлежащим какому-то государству или религии, то в течение ближайших 15-20 дней эта связь с принадлежностью к чему-то или кому-то начнет растворяться. Это необходимо для того, чтобы вы смогли заглянуть внутрь себя и почувствовать истинное желание, то желание, которое обычно скрыто разумом, логикой или теми программами, посредством которых вами манипулируют. Это желание начнет обретать и наполняться энергией из той сферы выше вашей головы, плюс наполняется информацией, истинной информацией, цель которой – обучение вас непринадлежности. Вы пришли сюда для того, чтобы проявить свою уникальность. Непринадлежность раскроет вам много дверей, много вариантов, которые как будто бы, как у вас говорится, откроют вам глаза на новые возможности. Обращайте внимание на все, что покажется вам теперь совсем реальным, вне зависимости от логических рассуждений, таких как эту цель можно достигнуть. Теперь вы не будете задумываться, как ее можно достигнуть, потому что вы будете просто знать, как к этому идти. Начинайте двигаться в направлении раскрытия своей уникальности. Вы видите, что мир вокруг вас меняется, и вы также будете меняться внутри этого мира.
Кроме того, ваше отношение к этому миру будет становиться совершенно иным. Вы сможете легче воспринимать свою непривязанность, и в этом будет ваша сила. Ваша сила – это ваша непринадлежность и независимость от системы. Мы желаем вам успехов. 10-30 ноября 2016, выход из принадлежности системе. Такая статья. Наблюдайте за собой. Вот пока я вам читала сейчас этот текст, у меня выключен свет в комнате и работает настольная лампа. Но поверьте мне, сияет вся комната. И вот боковым зрением я вижу, сколько здесь света. И это ангелы, и это наставники. И вот чтобы вышел вот этот ролик, я так ощущаю, что огромное количество световых существ работает для того, чтобы вы услышали эту информацию. С вами в Преображении.